В Уральске проведена консультативная встреча продвижения политики и качественного физического воспитания в Казахстане. В ней приняли участие представители ЮНЕСКО, Министерства просвещения, а также местной исполнительной власти и управления образованием. Более детально о проекте в сюжете нашего корреспондента. В рамках меморандума о взаимопонимании Межнациональный научно-практический центр физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан и кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы реализуется проект «Качественное физическое воспитание в Казахстане». Целью проекта является продвижение политики качественного физического воспитания в Казахстане. По данным Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, с 91 по 22 годы были проведены всего 115 научных исследований, в том числе 22 в области студенческого и школьного спорта. Из них 14 проектов по студенческому спорту и 8 по школьному спорту. Наш проект, он в первую очередь направлен на то, чтобы у каждого учащегося в Казахстане была возможность качественного физического воспитания вне зависимости от каких-то физических способностей. Вот, основано, естественно, на принципах инклюзивности, на принципах гендерного равенства. Специалисты, принимавшие участие во встрече, подчеркнули, что аналитические исследования, проведенные в рамках проекта, выявили ряд проблем в области физического воспитания, которые требуют внимания. Одной из главных проблем является разрыв между теорией и практикой, а также нехватка фундаментальных и социологических исследований в области студенческой и школьной физической культуры и спорта. Также разрабатываемая концепция по методологии ЮНЕСКО в области качественного физического воспитания будет охватывать широкий спектр. Консультативные встречи пройдут и в других регионах страны для подробного изучения нынешнего состояния ситуации. Мульдир Садыргалиева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК 42.